9 декабря, в День Героев Отечества, на Аллее Славы в Видном, по традиции состоялось возложение цветов к вечному огню. В торжественном мероприятии принял участие глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. В этот же день глава муниципалитета и другие руководители лично поздравили заслуженных людей Ленинского района с праздником, вручили им памятные подарки и цветы. В районном историко-культурном центре города Видное открылась выставка «Мозаика». В экспозиции представлены работы преподавателей учащихся колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже и Видновского художественного технического лицея. Всего на выставке представлено более 60 художественных произведений и около 250 декоративно-прикладных и ювелирных работ. Выставка продлится до 25 января. Двенадцатого декабря в городе Видное пройдет интерактивный автоквест «Городские легенды». Вас ждет нелинейный сюжет, а также возможность пообщаться с известными сказочными персонажами и найти волшебные предметы. Более подробно об участии вы можете узнать на сайте arcangrace.ru. Пишите, до окончания льготной подписки на газету «Видновские вести» остается совсем мало времени. Льготная подписка проводится по адресу: город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 6А, до 20 декабря. Обращаем ваше внимание, что подписку на первое полугодие 2016 года можно оформить в любом отделении почты, но стоимость будет значительно выше.